Недавно зарегистрировалась на сайте Фаберлик, как я это уже рассказывала, с детскими футболочками для мальчика. Ну и вот, сделала я первый заказ и решила попробовать пройти по шагам, которые акции предусмотрены для новичков. Так называемые подарочки. Ну вот и пришел мой первый подарок по второму шагу. Это химический пилинг. Он прозрачного такого цвета. Я уже успела его попробовать. Но я вам скажу, что я думала, что это все неправда, но оказалось настолько эффективно, что действительно в отзывах я читала, что ручки становятся как у младенца попка. Смотрите, скраб. Он вот такой вот кашется, приятно все, все на руках. У меня кожа довольно-таки светлая и такая нежная, но все делала как написано, на сколько времени, на 7 минут я пользовалась химическим пилингом. Потом я скраб где-то примерно минутки 3, пока он полностью у меня не впитался, смыла все. И завершающий третий шаг — это жидкая перчатка для рук, крем. И просто замечательно, руки превосходные. Муж оценил, муж был в восторге. Говорил, может, тебе еще и пятки таким намазать кремом. Потому что крем действительно очень хорошо все убирает, всю сухую кожу, все шероховатости. И ручки такие гладкие, нежные становятся. Продержались они у меня где-то примерно дня так 3-4. Ну и приходится делать опять, конечно. Хотелось бы подольше. Ну и еще шампунь. Шампунь я еще, конечно, не пробовала и не знаю. Беленькая такая, запах приятный. Не знаю, как оно себя будет проявить себя. И вот еще кондиционер, сыворотку. И очень мне все понравилось. Кроме шампуня, конечно, я еще его не пробовала. Регистрируйтесь. На сайте намного дешевле. Я была очень удивлена. И первый раз пользуюсь данной косметикой. И в полном восторге. Всем спасибо. Ссылочку все я оставлю под видео. Регистрируйтесь, спрашивайте, задавайте вопросики. Я очень люблю на них отвечать. Всем спасибо. Пока-пока.